Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Наступил благословенный месяц Рамадан. Месяц поста, месяц молитвы, месяц Кур'ана, месяц благих деяний. Каждый мусульманин и мусульманка стремятся в этот месяц к довольству Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля выполнением благих и хороших деяний. Наши праведные предшественники стремились кормить постящихся во время ифтара в месяц Рамадан и считали это одним из благих деяний. Не упусти свой шанс стать из числа тех, о ком посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Тот, кто накормит постящегося во время ифтара, тот получит такую же награду, как и сам постящийся. При этом награда самого постящегося ни насколько не уменьшится».